до 2014 года жила в городе Донецке. Я работала в Донецком национальном университете, защитила диссертацию, преподавала. Но война все перевернула с ног на голову. Полностью разрушена была моя жизнь. Это событие, как ни странно, дало путь моей мечте. Я всегда хотела заниматься с детьми. Мы делаем научное шоу для младших школьников, для старших дошкольников, для всех тех, кто интересуется наукой. Моя главная цель – воспитать в ребенке креативное мышление, возможность задумываться, познавать и получать радость от этого познания. Мне очень нравится то, что я сейчас делаю, потому что это очень моральный бизнес. Вдохновляю детей на познание. Вот что может быть лучше.